Бонжур всем, с вами я, Unix111, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Alan Wake. Так, остановились мы на том, как даже добрались вот до такой вот будки. Идти нам нужно сейчас вот куда-то вот сюда. Но сейчас я вот размышляю над тем, какой мне оставить дробовик. Охотничий вот такой вот. Стреляет он вот так. Или забрать свой помповый дробовик. Вот сейчас покажу, как он стреляет. Ну, вот такой обычный. Я думаю, лучше все-таки его оставить. Да, ну, конечно, патронов у него сейчас не ахти много, но... что поделать? Ладно, полезли наверх. Так. Ну, направо никуда здесь не... Хотя, я думаю, сейчас как-нибудь залезть смогу. Давай. А, ну все равно, если я сейчас туда залезу, там ничего нет, видите, там досками все заколочено. Суть какая, зачем я туда полезу. Так, ладно, пойдем. Нам надо добраться на смотровую площадку у Mirror Peak. А, это вот это что ли? Опа, очки. Мне звонят. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Так. Припасы. Это хорошо. Это очень хорошо. Это просто прекрасно. Это просто прекрасно. Дробовик мы же не можем, да, перезарядить. Фу. Ладно, тогда револьвер будем держать в руках. Ну, я так понял, что нам бежать именно вот сюда, куда я сейчас бегу. Ой-ой-ой. Кстати, у меня уже запланировано Birds. Опять птички. У меня запланирована запись новой игры. Тоже страшной. Какой вы узнаете в скором ролике. Ой-о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 й
Вороны, а? Умрите. Ой, чичи. Кил. Господи, летают вороны какие-то. Еще музыка такая. Куда в джунгли какие-то попал сейчас. Не понял. Нет выхода. Блин. Ну, естественно. Самое гениальное решение — это спуститься в какую-то заброшенную шахту. Это самое, самое веселое место, которое можно было спуститься. Тут завал. Там что-то капает. А, вот что-то капало. Так. Так. Сейчас, минуту, я слышу. Алан. Если честно, я уже обосрался от страха. Очень страшно, очень непонятно и очень страшно. Кто это говорит? Вопрос один. Зачем он это говорит? Вопрос два. И третье. Я, походу, не зря сюда пришел, потому что там именно сюда. Обратно я не залезу, так что пойдем сначала посмотрим, что там было. Видите, какой-то Алан зовут. А может, кто-то есть? Что это у нас тут? А, вон туда вот, в смысле. Ну, здесь, по крайней мере, я могу как-то залезть. Господи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой!
Господи, зачем так делать-то? Я же испугался. Господи, а. Нехорошие вы люди. Шо? Кого? Что здесь происходит? Ой! Ё-моё! Записка. Ребят. Я же говорил, что здесь... Чё, мне в воду прыгать, что ли? Я в воду не пойду. Не-не-не-не-не-не-не. Я ни в какую воду не пойду. Туда явно мне не надо. Я сюда явно только за запиской спустился. Я что-то не припомню, чтобы в этой игре можно было в воде плавать. Ой, ну что за отдышка? Ну что за отдышка? Ты же у нас спортсмен, давай беги. Спортом надо заниматься. Потом рассказ свои пишет, главное. Кому я это говорю? Сижу, играю в игры. Ну это ладно. Так, ладно, все. Спокойствие, только спокойствие. Все, нам вот сюда вот. Не понял. Че так скользко? Берем записку. Свет в конце туннеля. Патроны. Я хотел записки прочитать. Здорово. Лежать не двигаться, спецназ работает. Ты куда идешь? Куда? Иди куда шел, ребенок. Зарядка. А, у ружья нет перезарядки. У этого есть перезарядка. Так, откуда он выбежал-то? Что-то не понял. Я запутался. Так, мы отсюда пришли. Вот он оттуда вот вылезал. А, чё, так. Мы хотели с вами прочитать записки. Так, какие мы нашли? Мы нашли вот эти две. Даже с закрытыми дверями и задернутыми занавесками, в обшарпанной комнатке местного мотеля Majestic, Найтгейл ощущал взгляды местных жителей, их давящее неодобрение. Он заставил себя выбросить это из головы. Очевидно, чары Уэйка распространились на всех и каждого, но чтобы сделать работу, нужно выполнять свои обязанности. Он отхлебнул из бутылки и успокоился. Пожалуйста, подумал он, дайте мне с этим разделаться. Так, и следующее. Крепкие коренастые охотники были уверены в себе, а лес считали родным домом. Им нравилось засиживаться за полночь в дружеской компании, попивая пивко и наслаждаясь историями о призраках. Но все это не помогло, когда темная сущность захватила их и утащила во тьму, которая была страшнее, чем самая ужасная из рассказанных историй. По-моему, самое ужасное из рассказанных историй, это то, что я сейчас иду по заброшенному серебряному руднику, и на меня нападают какие-то негры. Извините, афроамериканцы. Я ничего против не имею. Я не расист. Спокойно. Так. Блин.
тупик. Все правильно. Тупанул. I'd have to make my way up this mineshaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. О боже, опять какие-то головоломки, ну ё-моё. Ты сиди сейчас, решай эти головоломки. Так, нет ничего. Лесенка. Побыстрее, пожалуйста, дед. Залазай. Управлять. Тихо. Хоть перепрыгнул. Опа, разлить линия. Это куда ведет у нас? Понятно. Это, видимо, на потом. Я ран туда уже залез. Сначала надо было подвинуть лифт. Да. Вот так вот. Все, теперь можем туда идти. Давай, залазай. Давай, давай, да, 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 да. Хоп-хоп. Лалай. Еще. Главное не свалиться. Будет больно, потому что больно. Собака сутулая. Как я это должен сделать? Не понял. То ли я дурак, то ли я не понял. Не понял. Видимо, не понял. А, начнем с того, что мне туда не надо. А как ее отпустить? Как лестницу сломать? Дойти к ней надо. Да ладно, это... Господи, что за тупая хрень? Тратил патрон от револьвера. Так вот. Сейчас перезарядим. Давай, 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 давай. Быстрее только, пожалуйста. Ой-ой-ой. Что все захрустело-то? Залазаем наверх. Я вижу свет природы. Спарта! Насмотрю платформу Mirror Peak. Что на смотровую платформу Mirror Peak? Может, договорите сначала? Я вниз не пойду, я сразу говорю. Флайеры. Флайеры, флайеры, флайеры. Флайеры, флайеры. Какая разница? Главное суть уловить. Там же пофиг. О! Натуре. Ладно, давайте прочитаем, что ли. Так, какой у нас появился, получается? Ой. Последний. Тор бьет медсестру Синклер. За окнами особняка на озере Колдрен полыхнула молния. Тор Андерсон расхохотался и занес над головой стальной молоток. Сестра Синклер пыталась его утихомирить, но безуспешно. Тор безумно ухмыльнулся и заорал. Мой молот наготове. Вот тебе, девка, дружеский тычок от Мьёльнира.
И он со всей силы отпустил молоток на голову Синклер. Мы вернулись, детка. Понятно, какой-то чокнутый. Спрыгнем. Потому что это опять лестница эта дурацкая. Полгода сейчас с нее слазить будет. В смысле? Не понял, и куда мне? К тому фонарику, что ли? Зашибись. Ой, как нам далеко идти-то. Опять ворона. Свалите, ворона. Тупые вороны, а. Ненавижу в этой игре ворон. Где вы, вороны? Хоть сюда. Сейчас ушатаю всех. Опять он сейчас отвалится и будет жопа. Я на готове сражаться. На готове. Дайте я долечу. Я по ним шмальную обещаю. Они же там сейчас. Они же сейчас опять вернутся. Пожалуйста, не надо. О чем я говорил? О чем я говорил? О чем я говорил? Я говорил то, что он отвалится. Ну, ё-моё! Даже подлагнуло аж от страха. Маньяки какие-то выскакивают из-под кустов. Shit. Да не говори, Алан! Я только что сам в штаны кирпичи отложил. У меня слов нет просто. Откуда он здесь? Вопрос первый. Второй можно просто я перестану это играть. Чего, смотрите, баночки. Все сбили. Трехочковый. Ай, слава богу, мы дошли хотя бы до фонарика. Ну понятно, ну начинается. Охотничье ружье опять. Ну нет, я не поменяю это ружье, ну оно хорошее. Не подходить. Я особо опасен. Форточник особо опасен. Ну,
меня походу просто нет выбора. Придется брать это ружье. А, вот еще один стоит. А я думаю, откуда летят всякие топоры? Отошел! Че, офигел? Это охотничье ружье, оно теперь стреляет на далеко. Хоть и перезарядка теперь долгая. Зато стреляет он далеко. О, патроны и батарейки. Так, хорошо, пока мы стоим в свете фонаря, можно и все перезарядить. А, ну все, мы все перезарядили. Ах, где эта смотровая платформа? Долго до нее еще идти. Нет, 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 пожалуйста, нет. Зуб даю. Он сейчас должен развалиться. Так, окей. Сзади меня идет пацан. Положим здесь. Че? И че ты сюда идешь? Ты че думаешь, так умный, что ли? Здесь умный я. Никак не ты. Умри. Перезарядка. Перезарядка. Ну вот. А вы переживали, что сейчас будет как-то сложно? Да нет. Спокойно было. Вполне. Что это? Стрелочка. 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 О! В натуре. Припасы. Причем для ракетницы. Мы, кстати, ракетницей не пользовались. А можем. Давайте сейчас следующая крупная... Вот здесь. Можно пройти. В смысле, еще одна записка? Там уже закончились места. F5, окей. А-а-а! Тут же вот еще. Окей, ладно. Мод проверил все съемные коттеджи Стаки. Уэйков нигде не было. Уже стемнело, когда он обнаружил их машины, припаркованные в конце дороги у озера Колгром. Это было какой-то бессмыслица Уэйки. Должно быть, не туда свернули, но их не было. И следа машины явно отличала тут уже не первый час. Раздосованный мод стоял на погнивших останках пешеходного моста, который когда-то вел Дайверс. Island. До того, как остров ушел под воду много лет назад, боссу это не понравилось. Я знаю, я прочитал сейчас это с такими интонациями, то что это вообще было сейчас очень как-то непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что здесь за... А, ну нам туда, да, кстати. Знакомьтесь. Называется предсказуемость. Давай, сейчас пнуть надо будет. Не угадал, надо было толкнуть. А вот тут пнуть.
Черт. Может, не надо? Особняк очень-очень-очень-очень еще раз очень страшный. Все, идем отсюда. Или нам в него надо? Чуть мне кажется, вот эта стенка, она сломается. Нет. Слава богу, нам туда. Нет. Я туда не пойду. Нет, ну можно не надо. Это пасхалка, это, смотрите просто на стены. Том. Какая-то CN плюс TZ, любовь. А здесь жили, видимо. Смотри, здесь печка, микроволновка. Подъем наверх. Ну зачем я пошел сюда? Патроны для револьвера, батарейки. А нет, это для другого дробовика. Флайеры — это хорошая штука. Идем дальше. Тут открытое небо, это хорошо. Тут хотя бы никто не вылезет, честно, оттуда. Что трясет? Ёпрасы ты! Накаркал! Тихо. Тихо. Не подходите! Сказал я. Я понял. Перезарядка. Ой, на тебя даже как-то жалко тратить. Фух. Все, готово. Изи вин. Смотрите, просто обвалилась. Я же этого не ожидал. Никак вообще не ожидал. Ну что, идем дальше. У нас выбора нет. Озеро Колдрон. Остров и дом. Возле него был какой-то свет. Нужно быть лодка. А, это то озеро Колдрон. Это, короче, то озеро, где был дом, в котором они приехали. Окей, F5, давайте смотреть. Я пытался удержать Элис, но она растаяла. Я терял контроль над собой. На месте Элис стоял доктор Хартман. Я хотел ударить его, но руки меня не слушались. Хартман улыбнулся. То была ободряющая улыбка, и за это я ненавидел его еще сильнее. Мне пришлось дать вам успокоительное, не сопротивляйтесь его действиям. У вас случился очередной приступ, сейчас для вас главное не волноваться. Мы не хотим, чтобы случился рецидив, с которых в некоторых пор вы являетесь пациентом моей клиники. А, психушка, да? Все, нас сейчас поймают, психушечку посадят. А можно я туда спрыгну? Или мы сейчас... Эй, я здесь! Я приду! Нет, пожалуйста, извините, босс не знал, кто меня связывал. Я не знал, я ей-богу не знал. Мы не знаем, где она есть, она, наверное, утонула. Мы просто сказали, что мы ее для того, чтобы играть в футбол, видишь?
Опять этот чувак. Опять эта черная леди. ГГ просто. Водичка. Чё? Он в воде не горит. Вейк, проснись. Не тупи. Алан Вейк. Конец эпизода 3. Это шикарная музыка. Previously on Alan Wake. Предыдущая серия. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that Ryder just took? Так, ладно, давайте пропустим то, что в предыдущей серии. Alan. Он просыпается. Тихо. На этом, я думаю, можем закончить данную серию. С продолжением увидите скоро. Хорошего дня, вечера, ночи. Всем пока-пока.